Всем привет! В этом видео я сделал сравнительные характеристики буксировщика и снегоката, хотя сравнивать их не совсем корректно, так как это разная техника с разными принципами управления, с разными моторами, с разной шириной гусеницы, но тем не менее. На текущем буксировщике установлен 15-сильный мотор Lifan, для сравнения на снегокате стоит 8-сильный. Поэтому разница в скорости, конечно, существенная. Буксировщик едет со скоростью приблизительно 40, даже выше там, километров в час. Снегокат, ну, порядка 18 с установленным заводским ограничителем оборотов. Либо, если его снять на свой страх и риск, скорость поднимется до 27 километров. Но ресурс мотора уменьшится. Я у себя в свое время снимал подобный ограничитель. Техника каталась без проблем, но рекомендовать я как бы не могу, потому что это, ну, функция, не предусмотренная заводом. Давайте теперь сравним массу этих двух транспортных средств. Мотобуксировщик весит 124 килограмма. К нему еще идут сани, которые также необходимо загрузить в транспортное средство, если вы собираетесь его перевозить. В одиночку 124 достаточно сложно загрузить. Единственный вариант — это заехать по какому-то трапу, который можно поставить, и он своим ходом заедет. Единственное, что очень аккуратно это нужно делать, не переборщить с газом, иначе этот буксировщик может выйти у вас через лобовое стекло. Снегокат весит значительно меньше, 86 килограмм. Он разборный, если вы в одиночку его пытаетесь загрузить, 86 поднять достаточно сложно, но его можно располовинить, снять модуль гусеницы, отделить от модуля мотора и, соответственно, в одиночку его загрузить. Руль у него также складывается, лыжа снимается, поэтому в этом его плюс. Мотособака однозначно более устойчива и более доступна для управления всеми членами семьи, вплоть до ребенка. Здесь не требуется какого-то опыта удержания техники, равновесия. Достаточно просто сместить руль влево либо вправо, техника поворачивает. Единственное, радиус поворота небольшой, поэтому если вы заехали в какой-то лес или место, где много разных препятствий, то управлять снегокатом значительно будет проще, чем мотобуксировщиком. На буксировщике более удобная посадка, более широкая гусеница, поэтому на нем удобнее преодолевать какие-то большие расстояния.
Мы продолжим наши тест-драйвы в следующем видео. Не забывайте подписываться на канал. Всем до новых встреч. Всем пока.